провожаем наших родственников. У нас, как говорится, заключительный обед сегодня. Вот Тимошке принесли пасту. Он очень любит пасту болоньезе. Болоньезе, да, Даша? Сыром надо посыпать ему. Тимоша очень любит пасту. Ему в Италии комфортно. Нам принесли салатики. Вот у нас вино тут есть. Салат там. Ждем рыбку. Заказали рыбу. А ты не мало кладешь? Если он такую тарелку пастой навернет, так он потом долго не хочет кушать, да? Он потом часа через два хочет уже меньше, печенек, желательно джелата. А, джелата он любит. Вкусные они такие. Приветики. Мы сегодня на заключительном обеде с нашими в отеле. Рыба принесли жареные морепродукты. Вы заказывали раньше. Сейчас в сезон другие цены просто. Даже только кальмары жареные. Вот они. Какие-то маленькие шашлычки жареные. Тут все смешано. У него несколько видов мяса и сосиски, да? Да, очень вкусно. Дениске принесли жареные. На гриле и вот папе тоже. Саше тоже принесли на гриле рыбу. Нет, мне принесли, это называется морской язык на гриле, вот рыбка. Сейчас лимончиком ее полью и буду кушать. Подождите, что там еще не работает. Подождите, что там еще не работает.
А у вас во сколько самолет? Тимошке принесли шоколадное мороженое. Шоколад. Называется бачи. Там много шоколада. Шоколадное мороженое. Вкусное?